Всем привет! Компания Adore держит темп, и как буквально недавно я вам обещал в видеоролике о электроприводе двери для Solers Atlant, мы подготовили комплект автоматической подножки STEP для данного авто. Микроавтобус изначально заводом-изготовителем укомплектован штатной подножкой, но она себя в эксплуатации показала не лучшим образом, поэтому было принято решение заменить ее на автоматическую подножку STEP производства компании Adore. Напомню основные преимущества подножки STEP. Это широкая нескользящая ступень, выдерживающая максимальный вес нагрузки более 250 кг. Время движения подножки 1 секунда. Ресурс более 150 тысяч циклов. Для защиты от грязи в подножке используется система дренажных отверстий и влагозащищенные колодки проводов. Подножка STEP выполняет требования технического регламента Таможенного союза. Это ручное задвигание-выдвигание подножки при отсутствующем электропитании. Демонстрирую. Подножка задвинута. Остановка при наезде на препятствие. Для Solers Atlant наш конструкторский отдел разработал оригинальные кронштейны, проработал место установки концевика выключателя и контроллера подножки. Обратите внимание на новшество, которое впервые применяется на подножке STEP. Это специальный защитный брызговик, который максимально защищает подножку от грязи, летящей из передних колес автомобиля. Брызговик располагается по всей ширине подножки, крепится непосредственно к подножке и не требует дополнительного сверления кузова. С продукцией компании Adore автомобиль Solers Atlant стал более комфортным и безопасным как для водителя, так и для пассажиров. Теперь Atlant расправил не только плечи. Приобретайте подножки и электропривода двери для Solers Atlant и не только в нашем интернет-магазине и у официальных дилеров компании Adore. Всем спасибо за внимание, всем пока!